Здравствуйте. Я Роман Гершин. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня мы снимаем у меня дома, поэтому не удивляйтесь, если увидите в кадре мою жену и ребенка. Я приготовлю сегодня арабское блюдо, давно ставшее уже израильским, традиционной израильской закуской. Называется оно баба гануш. Это запеченные баклажаны в тхине. Я за несколько минут до начала нашей сегодняшней встречи я запек в духовке несколько баклажанов. Вот так вот их продырявил. Для того, чтобы они не лопались. И запек. И сейчас моя задача почистить. Мне нужно мякоть баклажан. Делать это очень просто. Разрезаем вдоль. Ложкой. Обычно это ловой ложкой. Вынимаем мякоть. По-моему, это очень просто. Фактически, видите, мякоть баклажана, мясо баклажана, вываливается само нам в руки. Когда запекаешь баклажаны, очень важно сделать очень высокую температуру в духовке, самую высокую, какая возможна, и расположить баклажаны очень близко к нагревательным к тенам в печи. Когда они быстро готовятся и мякоть не сваривается, не варится, а запекается быстро и остается вот такой вот светлой. Если долго их муришь в духовке, то они потемнеют. Вот, это мякоть трех баклажанов. Они еще горячие, ничего страшного. И сейчас моя задача их размять. Я не люблю делать это в блендере, потому что блендер живет какой-то своей жизнью, он сам себе хозяин. То, что происходит у него в чаше, не всегда заметно. А сейчас я при помощи венчика, а точнее его движениями, просто разомну баклажан. По-моему, это очень просто. Просто. Помните, когда-то мы готовили тхину, желтую пасту. В одном из роликов видно, как я беру кунжутную, молотый кунжут, и добавляю в него лимонный сок, воду, соль, чеснок. Получается вот такая паста. Вот это тхина. Я это очень люблю, честно говоря. И баклажаны с тхиной – это и есть баба гануш. То же самое. Теперь. Немножко чеснока. Немножко чеснока. Чуть-чуть лимонного сока.
белая соль. Мешаем. Часто спрашивают, как готовить баклажаны в майонезе, хацелимбе майонез. Так вот, все то же самое, только вместо тхины мы добавляем майонез. Чем жирнее, чем плотнее будет майонез, тем вкуснее получится баклажан. А сейчас вот наш бабовый нож. Можно украсить двумя-тремя листиками петрушки. Можно вспрыснуть оливковым маслом, если его найдут. Остатки оливкового масла. Остатки сливки. Баба гануш. Хацелим бетхина. Баклажаны тхине. Приятного аппетита. Душу, маму, родину.